Привет, мои хорошие, с вами Белякова Алла, питомник растений Ильин Дональд. Смотри, какой красавец, ну разве не красавец? Ну конечно, это вообще их у саженцев бы надо, видишь, какие корни, видно? И цветет и плодоносит. Это Мурана, мой любимый сорт, вот Альбион, здесь вот Альбион. Все, я про него раньше мечтала. И Мурана, это вообще самый классный сорт. А вот смотри, он как плодоносит, считаю, в горшочке. А вот здесь сейчас покажу ягодки. Вот так происходит размножение клубники. Вот Мурана, считай, загущена здесь. И дает, ведь или оставляют кусты, или оставляют кусты, или оставляют, на плоды или оставляют на усы. У меня на усы, но вот получается, что он тоже дает и усы, и плодоносит. Успевает. Это бедные мои кусики и усы для вас готовлю. Вот здесь вот был Альбион, я его уже обработала. Чем я сейчас занимаюсь? Укусил, что ли, кто-то, у меня прям больно. Так, вот, убираю всю траву. И у меня здесь, видишь, какие заросли. Убираю все вот плохие листья, обрезаю или обрываю, как получается, вот этот вот укоренился тоже, разделяю, в общем, усы, здесь усы, а здесь саженцы, потому что я подставляла стаканчики, да, вот такие вот, вот этот вот Альбион, подписываю их и в ящиках оставляю. Вот, так вот, считай, да, обработаю, вот она уже, кусты сами, без самих усов, и готовить буду к зиме, то есть буду обрабатывать фитовермом и фитоспорином, и вот здесь вот обкладывать перегноем, или биогумусом, у кого что есть, вот, или удобрение для клубники, то есть, смотри, вот он, видишь, цветет Альбион, тоже цветет и Мурана. То есть чем более сытая клубника уйдет, обработанная, накормленная, политая под зиму, тем тогда больше ягод будет в следующий год. Поэтому давайте обрабатываем клубнику в августе обязательно и размножаем ее соответственно. И кому нужны саженцы, вот наш питомник растений Ильино, обращайтесь. Саженцы вам готовы. Вот уже укорененная Мурана, Альбион. Здесь вот еще тоже, вот видишь, так вот укореняли флер, клерин, саженцы. И другие буду вам показывать, когда эту грядку следующую буду обрабатывать. Все, до встречи на моем канале. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всех обнимаю, целую.